Друзья, я всех приветствую. С вами интернет-магазин Antilife. Меня зовут Александр. Будем сегодня вместе с вами рассматривать новый смартфон от компании Lenovo. Называется данная модель A858T. Версия телефона, которая четырехъядерная, с частотой каждого ядра по 1,5 ГГц. Смартфон, в принципе, считается женским. Выполнен вот в таком вот интересном корпусе. Материалы корпуса здесь все пластик. Однако собрано очень достойно, здесь нет люфтов, здесь нет скрипов, задняя крышка идеально прилегает. В комплекте есть USB кабель вот такой вот, есть, конечно же, зарядка, гарнитура обычная, и зарядка у нас с переходником, зарядка на 0,7 ампер. Больше, в принципе, в коробке ничего нет. На экране у телефона есть пленка хорошего качества. Собственно, что мы видим спереди? Видим логотип, разговорный динамик, датчики приближения освещения, 5-мегапиксельная фронтальная камера, вот такой вот логотип 4G, 3 сенсорных кнопки, которые подсвечиваются вот таким вот красненьким оттенком. Вот так вот, наверное, будет видно. Грани смартфона выполнены в виде якобы такой металлического такого ободка, но это тоже пластик. Здесь у нас есть три кнопочки. Есть кнопка включения и выключения, есть качелька громкости вверх-вниз и кнопка для осуществления фотографий. Сверху у нас разъем под наушники. Он очень так прикольно сделан в том плане, что он находится сбоку корпуса, и корпуса не хватило, и получился такой момент, что, как бы, вот как вы видите, даже отлитое место есть даже на крышке. Снизу у нас микрофон, разъем для зарядки и подключение к компьютеру. Сверху у нас разъем под наушники. Сама крышка сзади, она тоже пластиковая, есть логотип Lenovo, 8-мегапиксельная камера, вспышка и написано China Mobile 4G LTE. Это действительно так, смартфон в принципе не будет работать с нашими 3G сетями и 4G, естественно. Он будет работать с сетями GSM, и то есть интернет можно будет пользоваться тоже через мобильный интернет. Киевстар, МТС, Лайф. Здесь аккумулятор на 2150, но не начинайте фукать, этого аккумулятора вполне достаточно для нормальной работы. Я вам чуть позже покажу тесты. Смартфон работает с двумя сим-картами. Это микросим, большая стандартная сим-карта и слот под карточку памяти. В корпусе нет каких-то особых классных материалов. Все собрано довольно-таки простенько, но ни люфтов, ни скрипов. На перегиб смартфон тоже реагирует, ну, просто великолепно. Давайте начнем с технических характеристик этого смартфона через программку Antutu. Я вам это все продемонстрирую. Здесь нового образца процессор, как я уже говорил. Зайдем в историю, посмотрим Antutu баллы. Это 30 тысяч баллов, то есть это довольно-таки неплохой результат по техническим характеристикам Lenovo A858T. Здесь 4.4.4 Android. Написано здесь MTK6752, но это не так, здесь 32, он четырехъядерный, HD-экран, 8 камер, здесь гигабайт оперативки, 8 в своей встроенной памяти, но прошивка выполнена таким образом, что смартфон работает отлично с картой памяти и все, что нужно, устанавливает именно на нее. В подтверждение тому, что здесь MTK6732, вот эта вот частота, тактовая частота, которая равна 1495, а не 1700, как у 6752, и там 8 ядер, в принципе. Но здесь графический ускоритель Mali T760, и этим все сказано. С производительностью у смартфона абсолютно никаких проблем нет. Давайте продемонстрирую вам мультитач. Здесь 5-точечный мультитач. И по датчикам. Этот смартфон не поддерживает OTG кабеля, OTG разъем не работает. Здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр, датчики приближения, датчики освещения. Вполне себе нормальная такая вспышка, как бы, которой достаточно для и снимков, и подсветить в виде фонарика что-то можно. Прошивка здесь стандартная, заводская. На данный момент особого
разнообразия по прошивкам для этого смартфона нет. Ну, то есть придется пользоваться тем, что приезжает с завода. В принципе, она полностью русифицированная. В некоторых местах есть моменты, где не переведено, но в целом все очень даже понятно. Версия прошивки вот такая, версия Android 4.4.4. Все основные настройки приложения программы располагаются на рабочих столах, внутреннего меню нет. Вот эти программы, которые на китайском, это я этот смартфон просто рутовал уже. Экран здесь у нас 5-дюймовый, здесь HD матрица, IPS плюс OGS. Если честно, картинка мне действительно нравится. Картинка сочная, картинка с хорошими углами обзоров, никакой пиксельной сетки здесь вы не сможете увидеть. Действительно, экранчик OGS, углы обзора максимальные. По экрану нареканий у меня нет, по диагонали практически не меняются цвета, ну, то есть, ну, вы можете это сами видеть. Цветопередача у экрана отличная. Касательно звучания смартфона, есть у него динамик стандартный, работает, в принципе, довольно-таки неплохо. Могу вам это продемонстрировать. Через программку YouTube включу сейчас какое-то видео. Также я тестировал разговорный динамик, разговорный микрофон. В принципе, тоже все отлично, громко, четко. Ядерные бомбардировки, разрушительные землетрясения. Все, зона совсем другая, там сейсмическая, вулканическая зона. И мы обнаружили очень большие потоки. Со звуком, в общем, тоже все отлично. И порадовал меня звук в наушниках. Я проверяю музыку ВКонтакте, в приложении ВКонтакте. В наушники подключаю и просто слушаю, нравится мне, не нравится. Здесь мне звук нравится, есть здесь басы. Звучание качественное, я бы слушал бы однозначно музыку на таком смартфоне. Здесь гик оперативки, здесь новый процессор 64-битный, 4-ядерный, 6732. С играми у смартфона вообще нет никаких проблем, 1 гига оперативки ему хватает с головой. На все задачи, на все игрушки не вылетает и не подтормаживает. Давайте покажу Asphalt 8. По игрушкам могу с уверенностью сказать, что этого смартфона вам будет полностью достаточно для любых современных игр, в том числе и Modern Combat 5. Почему-то не запускается у меня сейчас эта модель. Я на этом смартфоне буквально эту игрушку недавно полностью прошел, но, видимо, пришло какое-то обновление. Что хотел еще сказать по поводу графического ускорителя нового типа Mali 760. Графика значительно отличается от тех же процессоров MTK6592. Здесь графика значительно приятнее и интереснее. Как я бы сравнил ее каким-то образом вот с аналогами на, допустим, Snapdragon 800. Там плюс-минус на Qualcomm графика вот такая, как на новых 64-битных MTK. Я вам говорил о том, что не фукайте по поводу аккумулятора, который заявлен всего лишь на 2150. Он показывает довольно-таки неплохие результаты. Как всегда делаю тесты, как всегда тестирую. Смотрите, что у меня получилось. В Antutu тестере у меня смартфон набрал 5674 балла. Что это значит? Привожу пример. Например, тот же GIU S3, у которого 5,5 дюймов дисплей и у которого 3000 аккумулятор, набирает плюс-минус такие же баллы. Вот буквально вот 5600-5700. Это значит, что, в принципе, данный смартфон нормально оптимизирован и аккумулятора хватает действительно надолго. Также я тестировал его в режиме воспроизведения игры. Это максимальная яркость, это беспрерывная игра Epic Citadel. Вот у меня его хватило со 100% до 6 на 3 часа 3 минуты. То есть более чем 3 часа для смартфона, это тоже выше среднего показатель 100%. Самый слабенький результат — это час и 30 минут, то есть 1,5 часа. Ну а вот 3 часа — это уже выше среднего однозначно.
То есть по аккумулятору я могу с уверенностью сказать, что никакого минуса в плане аккумулятора в этом смартфоне нет. Он держит отлично просто. Также я тестировал GPS. GPS тоже все хорошо, ловит спутники быстро, не задерживается особо с этим, как бы все в порядке. Камера здесь на 8 мегапикселей основная, 5 мегапикселей фронтальная. Вот эта вот кнопочка, она не фокусирует камеру. То есть камера тут довольно-таки хороший автофокус сам, и этой кнопкой просто можно уже потом осуществлять фото. Хочу вам сказать, что по фотографиям, в принципе, получаются фотки довольно-таки неплохие. Вот я делал фотографии в кромешной темноте со вспышкой. В принципе, не идеально, но четкость есть. И с больших расстояний тоже нормально было. В общем, как бы я это все выложу, и вы сможете это все посмотреть. Макросъемка тоже хорошая, четкость изображения хорошая. Видеозапись идет в формате Full HD. Все запишу, покажу. Под описанием будет ссылочка, где вы сможете посмотреть оригинальные фотки и видео. По камере могу сказать, что ничем особым этот смартфон не выделяется. Ничего выдающегося в плане камеры здесь нет, но... По опыту Lenovo не делает по камерам что-то такое сверхъестественное. И всегда плюс-минус даже у флагманских моделей, даже у дорогих, даже у того же Lenovo K900, камеры были, ну, такого уровня, как бы можно найти в целом и получше. Но для девушки, так как это белая модель, так как это такой сугубо женский вариант, этой камеры будет с головой, и селфи можно будет поделать в классном качестве, да и просто пофоткать. Тоже довольно-таки интересно. В принципе, все. Lenovo A858T. Я считаю, что модель получилась довольно-таки интересная по производительности с головой для любых задач, для любых приложений, для любых современных игрушек. Аккумулятор нормальный, камера нормальная. Сборка, корпус тоже не могу сказать никаких нареканий. Минусом может быть то, что данная модель не поддерживает 3G сети у нас в Украине. То есть можно будет пользоваться интернетом через мобильную сеть, то есть через там, вот вы пользуетесь оператором Kyivstar, МТС, вот через них и пользоваться мобильным интернетом. Ну и минус, конечно же, наверное, пока что эта модель дороговата в Украине. Можно купить приблизительно 4-4,5 тысячи гривен. Многие скажут, что есть очень много аналогов по такой же цене и не хуже. Ну, с таким процессором аналогов пока что нет. Есть же iOS 3, но они там все дороже. И как бы плюс это сугубо женская такая модель с классным дизайном, с классным экраном. Вот мое мнение по этому смартфону таково. Я считаю, что вполне достойный вариант и можно смело покупать. На этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал, оставляем комментарии, свои вопросы задаем. Ну и заходим к нам на сайт и подписываемся на группу. Спасибо. Всего доброго.